Привет всем! Мы сегодня на даче. Будет шашлык и салат. Сейчас нарежем салат. Шашлык у нас сегодня салат зеленого лука. И вот свой режем лука. Растет на даче. У нас несколько видов лука. Вот такой. Здесь лукшник называется. Это такая вот гора зеленого лука у нас для салата. И режем огурец. Огурец режем на 4 части. Огурец нарезан. Перекладываем все в общую чашку. У нас сегодня шашлык из свиной шейки и говяжьих купатов. Такой у нас красивый мангал на колесиках. Теперь помидор режем. Помидор нарезаем пополам. На 4 части, убираем серединку. Соль, перец по вкусу. Вот такой салат. Летний салат у нас получился. Переворачиваем. Как на огне у нас хорошо жарится. Ух ты, сколько красиво огонь горит, смотри.